Никому не нужны блог. Йо-йо-йо, никому не нужны блог. Сегодня целиком и полностью погрузимся в мир татуировки. Там на детском сидении у меня лежит перчаточка Фредди Крюгера, которую любезно предоставил Коля Джангиров. Так вот, ребята, как неудобно ей крутить фокус. Видосик, который я снимал для иного кино, уже готов. Скоро он будет в сети. И единственное, что вам останется, это перейти по ссылочке и посмотреть его. А, ну и прийти, собственно, в кино. Вообще, сейчас идем в студию к одному из самых топовых мастеров татуировки города Санкт-Петербурга. Викосу Кокосову. Ну, короче, будет круто. Студийка Адепт называется. Вот она тут, там железная дорога. Тут студийка. Мастер всего мира. Математика. О, смотри. Математика в действии. Цыпленок. Я знаю, что мне нравится мем. Так и началось все это. О, привет! Кто это? Минус карму-то тебе. Ну что ж, друзья, вот и прошел первый день татуирования моего левого рукава, который будет состоять исключительно из мимасов. Так что, если у вас есть классные мимасы, присылайте их. На самом деле, в конечном итоге все будет очень красиво. Так что такие вот дела. Ну все, пока.